Как думаешь, мы справимся? Куда я без своей команды? Мы сделаем это вместе. Все произошло так быстро. Была вспышка на солнце. Прощай урожай, и да, прощай все. Поэтому я спрятался. Испуганный и такой одинокий. И я нашел тебя. Ну и что нам теперь делать? Убери локти со стола. Локти со стола убери. Хорошо, ты следующий. Видишь ли, я разрабатываю кое-что интересное. Огромный шаг в доверии. Теперь, если ты можешь говорить, скажи мне кое-что о себе. Роботы должны защищать собаку. Если мы не уйдем до того, как разразится шторм, мы умрем. Все мы. Как только ты сможешь ходить, мы уедем. Раз, два, раз, два, раз. Он шлепнулся. Раз, два. Направимся на запад, через горы. Хочешь, я сяду за руль? Не поворачивайте слишком сильно. Это уже чересчур. Извините. Подними ногу на волосок. Идеально. Эй, из-за чего весь сыр-бор? Я научился разговаривать по-собачьи. Я не думаю, что я ему нравлюсь. Иди, посмотри на это! Нужно закрепить фургон. Держитесь за что-нибудь. Мы должны быть в безопасности, как только доберемся до гор. Но всякое может случиться. Например, 150-градусная жара, ультрафиолетовое излучение и люди, которые прячутся в тени. Уходим сейчас же! Как думаешь, мы справимся? Куда я без своей команды? Все, что мы делаем вместе. Я верю в тебя, Финч.